Это была уже вторая попытка пробраться в самый центр Мариуполя, где расположен тот самый драмтеатр. О нем в середине марта говорил весь мир. Но и эта попытка откровенно провалилась. Ситуация действительно меняется в Мариуполе с каждым часом. Первая попытка накануне зайти в театральный сквер города тоже не была простой. Несмотря на то, что в магазинах вынесли все, в соседних кварталах все равно кипит жизнь, если происходящее вообще можно назвать жизнью. Костры и решетки у подъездов, как кухонные плиты. И раз еще есть из чего готовить, значит, держится еще. Даже нам предлагают борщ. Вежливо отказываемся и просим отдать тарелку супа тем, кому она здесь реально нужнее. Люди из последних сил, и физических, и моральных.